Так, ну давайте мы с вами продолжим теперь, да? Возьмем вот этот ребро и вот это ребро. Думаю, будет достаточно его. Но сначала я думаю, что вот эту точку надо бы сдвинуть немножко. Опа, не надо все, но только эту. Так, поровнее сделать, чтобы удобнее нам было. Два. Так, потащили. Развернули, уменьшили и тащим туда, куда нужно. Вот так. К следующему. Пока все нормально. Ухи мы, наверное, потом будем делать. Теперь Е. Сильно не разгоняемся. Р. Увеличиваем. Потому что надо выделить вот челюсть вот эту. Так, хорошо. Еще раз Е. Тут, наверное, проще сделаем единичку и возьмем только этот, подвинем. Ну, а тут, я думаю, придется сделать маленькую такую, чтобы выделить, чтобы выделить лоб, нам придется сделать маленькую. И вот такую всего. Так. И здесь точкой сделать этот самый выпуклость. Вот так. Ну и давайте дальше продолжим. Тут придется крутить, конечно. Тут придется крутить. Понятно. Попробуйте отдельными ребрами поработать. То есть взять вот отдельное ребро сейчас. Просто его вот сюда поставить. Немножко развернуть. Значит, будет сложно. Мне кажется. Окей. Но теперь встал вопрос, как нам сделать. А никакого вопроса. Вот так мы и сделаем. Вот. И теперь опять два ребра. Треугольников мы не сделали, это замечательно. Не люблю треугольники. Хотя лоу-поле это нормально. Так, сейчас мы еще раз вот этот подвинем, немножко выровняем сюда. И нужно будет два сделать. Два маленьких. То есть вот этот взять G. И сначала Е. Единичка. Подвинули.
И этот подвинули сюда. И тут придется мелкую сделать, да? Потому что сильно мельчить мы не будем. У нас все-таки лоу поле. И об этом не стоит забывать. Так, пожалуй, все. Ну, тут есть одна проблемка, ребята. Есть одна проблемка для меня, вообще-то, не для вас, для меня проблемка. Я вот думаю о том, как сделать вторые ноги-то. Пока мне ничего в голову не приходит умнее, чем скопировать этот объект, этот объект скопировать, сказать shift d, так, этот убрать, этот сказать edit mode и убрать у него вот эти вот полигоны, заменить их вот этими. А потом уже соединять этих два. Как вы на это смотрите? Давайте попробуем. Вот я сейчас беру вот этот и удаляю фейсы, да? Дальше я удаляю вот эти фейсы вот по это место. Фейсы. Так. Но, к сожалению, мы не видим, как выглядит. Вот ну, вот просто отсюда поведем его и все. Да? И здесь. Если мы уничтожим вот эту точку. И вот эту точку. Так. А здесь просто соединим. Ну-ка. Эту, скажем, F. Вот так. Так, и чтобы не было нарушений, берем топологию K. Так, подождите, ребята. И вот так делаем, да? Мы получим треугольник. Сразу. Наш первый треугольничек. Так, как мы можем от него избавиться? Не знаю, как мы можем от него избавиться. Придется его, наверное, оставить или сойти назад и посмотреть, что здесь было до того, как. Если мы возьмем просто тогда подвинем эту G, да, вот так ее подвинем, и здесь бы надо еще одну точку поставить, тогда все будет нормально. Мы сделаем так сейчас. Выделим вот эти три. Скажем F. И между... все равно треугольник получается сразу. Потому что три точки.
Как же тебя исхитрить-то? Ну-ка. Ну-ка. Попробовать исхитрить. Там, там. И вот тут. Тынц. Или еще лучше. Секундочку. Если мы выберем вот это и эту точку. Вот эту точку. Скажем, subdivide. Да, вот она. Ха. Все равно обманули. Понятно? Обманули, обманули. Дурака на 4 кулака. Так. Таким образом мы сделали прекрасную возможность для создания еще одной ноги. А дальше все так же, как мы до этого делали. R. Же отвечает у нас за движуху, S за расширение, E за продолжение. И таким образом мы с вами очень довольно-таки быстро сейчас сделаем нашу лошадь, вернее лошадиную ногу. Вы же, наверное, догадываетесь, чего я хочу, да? Смотрим, как дальше будет развиваться. Но не делал я еще лошадей, поэтому не трудно. Вам легче. Вы смотрите за мной, да и все. А мне смотреть не за кем. Так, теперь мы ее дальше делаем. Нет, я. E. Разворачиваем R, увеличиваем S, U. И берем один, эту точку берем, двигаем куда нужно, нужно нам вот сюда. Так, хорошо. Что по времени у нас? 12 минут, успеем, я думаю. Блин, люди за 10 минут создают шикарные модели и за час. Ну ничего, ничего, ничего. Все приходит со временем. Так, давайте мы вот так сделаем. Дальше S раздвинем. Единичка поставим сюда. Ребра 2. Немножечко сделаем, только чуть-чуть, вот так, чтобы было куда вот эту точку, вот эту вот, чтобы было ее куда двинуть. Двинуть надо сюда. Так. И теперь эти ребра мы можем дальше продвигать и раздвигать. И поворачивать. И дальше двигать. Вот так. То есть одна нога готова. Угу. Так, и вот теперь вот это. Вот тут придется нам разрезать, скорее всего, Ctrl-R. Вот так сделать, да? Давайте поправим теперь. Так, сделаем это вот сюда. Это сюда. Это сюда. Этот сюда. Угу.
Что-то у нас получается слишком много. Тут небольшая заковыка, ребята. Ну ладно, давайте делать там. Посмотрим, что получится. Так, так, так. Так. Сюда, допустим, да? Эту точку мы сейчас подвинем сюда. Таким образом прорисуем эту ногу. Оставив конечную жопку на месте. Тут вот, вот так. Да? Я думаю, что он нам еще даст некоторые проблемки. Ну, зато опыт придет. Любой опыт, даже отрицательный, это опыт, который помогает потом исправлять эти ошибки. Так, ну, не знаю, следующий шаг это еще раз Е, а точки помогут нам исправить это положение. Вот этот сюда пойдет, этот сюда, этот сюда, нет, у него вот так должно быть и вот так, правильно? Я вот не деревенский житель, как бы у меня с лошадьми такого большого опыта-то и нет. По их анатомии лошадиной. Поэтому приходится импровизировать. Так, ребра это двойка. Тянем. Извините, захотелось мне чихнуть. Но учитывая, что некоторые слушают прямо в этих наушниках, для них это Рекс, не надо гавкать, пожалуйста. Тут все свои, что ты гавкаешь? Так, возьмем вот это сюда, это сюда, и этот подвинем сюда, отлично. Так, здорово. Дальше опять говорим Е, разворачиваем. С. Великолепно. Кажется, что вот здесь, подождите, надо немножечко подтянуть вот сюда, сюда, здесь, так, здесь сделать Ctrl-R-чик, потянуть его вот так, развернуть, опа, развернуть его вот так, потянуть его вот так. И уменьшить. Так. Тогда будет правильнее, а то какая-то нога роботоподобная. Вот. Так хорошо. Так мне нравится. Дальше мы берем двойку, нажимаем. И сюда двигаем. Ну, придется мне сделать еще одно, чтобы вот просто вот этот угол выделить, приходится делать.
Сделаем вот так, да? А потом еще одну. Ну а тут чисто этими точками поуправляем, да и все. Так, кривы не делаем пока что, потом. Итак, дорогие друзья, что мы имеем с вами? Вот видите, вот одну и вторую. Ну, они как бы между собой слепляются, но это нам не нужно совсем. Потому что в данном случае мы будем с вами делать это вручную. Собирать это все. Так, поэтому empty пока отключим. Возьмем вот этот и подвинем его G. По игреку. Ну, естественно, смотрим сверху, чтобы у нас лошадь-то не получилась такая, чтобы у ее огроменная. Же по игреку. Примерно так, да? Знаете, я, честно говоря, я пока теряюсь, как это делать. Мне так сдается, что надо начинать с самой узкой части, а потом уже расширять все. Вам так не кажется? Обычно делают ноги все одинаковые, и тогда это, в общем-то, не вызывает mirror и все. Но у меня, видите, нет. У меня не такой, да? Поэтому мы их сейчас сблизим. Нет, S по Y. И попробуем время по 23 минуты. И мы с вами попробуем потом сделать так. То есть попробуем объединить эти вещи. Давайте я сначала это Shift-D сделаю. И в сторонку так отнесу и спрячу. На всякий случай вот так. А с этими будем работать. То есть мы соединяем сейчас. О! Ну да. Что это мы сделали такое? Это и это. Мы их соединяем. Говорим, идет вот так. Идем. Edit Mode. И начинаем с того, что-то мне мешает это. Света мало сильно. Как-то можно добавить студию. Посветлее вот так сделать, да. Вот. И у меня такое желание сейчас просто вот эти точки высвечивать, да. И говорить F. Вот. Да. Точно так же дальше. F. И постепенно расширять, если нужно, вот допустим, да, вот это вот ребро. Его сразу расширить. S. То есть самая узкая точка у нас это вот это. Это сделать-то лучше. Угу.
Ничего, справимся, я думаю, справимся. Так, это лоб, поэтому здесь сюда, 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 F будет правильно. Лоб сужается, верно? Мы можем смотреть на нее, допустим, спереди. Это перед у нас? Нифига, вот у нас перед. Так, а как все у нас так получилось, что у нас перед не там? И вот я вижу, что не параллельно что-то сделано. Может, параллельно просто. Вот эти вот мы можем раздвинуть. Раз это голова, должна быть вот такой. На мой взгляд. Дальше пойдет шея. Она наоборот будет сужаться, да? Правильно? То есть это дело это непростое, долгое. Почему вот я, допустим, не делаю машинки, ребят? Именно поэтому. Что когда ты начинаешь делать машинки, они начинают тебе вот такие выдавать разные движухи. Ну-ка, тут если мы сдвинем S, и дальше пошли. То есть будем делать лошадь, как положено. Ну так не положено, так сложно наоборот делать лошадь. Ну, пошли не по простому пути. Сюда меня заносит так. Вместо того, чтобы сделать простенькую лошадку, я вот тут начинаю выделываться. Ну так интересно жить. Сейчас мы это сдвинем чуть-чуть. А здесь уже надо расширять морду. Так, сузим. Дальше пойдем. Сейчас мы изобразим морду лица, ребята, и я вас отпущу. Ну, вот эти уже однозначно разводить в сторону скулы, да? S по Y, мне кажется, вот так, не боясь никого. С другой стороны, очень интересно, ребята, наблюдая за тем, как из ничего появляется чего-то. Потом нам нужно будет вот с этими точками работать. Это, ну, во-первых, вот это вот с этой, да? Это явно, что S по Y будет расширяться.
Так. Да? Тут надо посмотреть еще, где там глаз, поправить все. То же самое это и это тоже будет. Голова-то крупная. СВ-Y, да? Вот этот и вот этот. Поиграем. Вот. Так расширить. Потом бока будем расширять. И так далее. То есть у нас много работы будет с этими точками. Ну, потому что самому так захотелось. С. Поиграем. Вот так. В итоге пока что не сильно, но уже начинает походить на лошадь, морду лошадиную. Тут она, по-моему, должна тоже расходиться немножко. Вот, да? Так вырисовывается морда. Ну, тоже никто не скажет, что это не лошадь. Тоже лошадь. Вот. Черненько. Ну, потом здесь еще глаз дорисуем. Ну это так, черновой пока набросок, потом-то уж ее сделаем, как красиво сделаем, с ушами, со всеми делами, вот. Но здесь проще, здесь мы пойдем уже просто соединим, а потом начнем раздвигать уже как нам нужно. Окей? Хорошо. То есть начало положено.